Хорошо, устраиваемся удобно, комфортно. Так, сейчас еще секунду. Сидя, настраиваемся на практику, как обычно. Усаживайтесь удобно, то есть не обязательно завязываться в какие-то узлы, и можете менять положение, помним про это, поле нити. Под таз также можно что-нибудь подкладывать, да? И выравниваем спину, плечи вперед, вверх, назад, вниз. И еще раз вперед, вверх, назад и вниз. Руки либо на колени, либо правая поверх левого большим пальцем. И макушка тянется вверх, не поднимая плечи. И немножко подбородок вниз к себе. Закрываем глаза, расслабляем лицо. И пройдите внимание по своему телу, по своему состоянию. Никак не оценивая, просто наблюдайте, в каком состоянии вы входите в практику. Оно в любом случае изменится, трансформируется. Просто постарайтесь запомнить, чтобы потом понять, что изменилось. Но не оценивая, а просто наблюдая. И внимание переводим на дыхание. И постепенно, плавно начинаете дышать дыхание ужая. Вы его знаете. Постепенно вдох, выдох, шипящий звук на вдохе, на выдохе, из-за того, что связки как бы шепотные. Начинается с легкой амплитуды. То есть небольшой, а потом доводите как-то свой комфортный, более глубокой. Вы слышите шипящий звук, приятный, похожий на шипение, шипение змеиное. Лицо расслаблено. Сейчас напомню, что если у нас есть указания практики по лопате, дамские дни сегодня, цикл и любые воспалительные процессы. Полости малого таза, либо просто дискомфортно себя ощущаете, то тогда не делайте. Запускайте, дышите, жаре. Если нет, то делаем каплахати, задержки. Резкий выдох через нос, во время выдоха живот подсасывается. Можно делать асимметрично, смешное его. Примерно перекрываем. Плавно заканчиваем, делаем вдох, задержка на вдохе, прямая спина, нижний верхний замок, раскрытый голосовой щель, можно сделать вдох и лицо расслаблено, опорная задержка. Не передерживаем, плавно отпускаем замки, выдох и останавливаем. И второй подход. Плавно заканчиваем, вдох, на фоне прямой спины, нижний верхний замок, раскрытая лицевая щель, лицо расслаблено, проходная задержка, вторая на вдохе. Также не передерживаем, отпускаем замки, плавный выдох и
последний подход, задержка на выдохе. Ладно, заканчиваем, делаем вдох. Максимальный выдох через нос, через рот. Задержка на выдохе, три замка. Отпускаем плавный живот, вдох, выдох и восстанавливаем. Все вместе подбородок груди, взгляд на кончик носа, голова назад, взгляд на живот. Подбородок груди, взгляд на кончик носа, голова назад, взгляд на живот. И меняя взгляд в противоположную сторону, подбородок груди, взгляд на живот, голова назад, взгляд на кончик. Открываем глаза, расслабляем наклон головы вправо-влево. Плечи на том уровне, и медленно его подтянемся к небу. Боковое утяжение шеи. Аккуратно, без боли. Теперь повороты головы вправо-влево. Взгляд как можно дальше за плечо. И взгляд противоположный сторону. Дальше. Поворот головы в одну сторону, взгляд противоположный. Закрываем глаза, расслабляем подбородок ключицам и полное вращение по кругу. Вдох, макушка катится вверху, отпечатаем шею, с выдохом подбородок катится к ключицам. Тягиваем шею, без боли. Совмещаем с дыханием. И когда подбородок на ключице, в другую сторону движения, также наверху выдохнуть. Когда подбородок на ключице, поднимаем голову, открываем глаза и со вдохом тянемся за руками вверх и назад, замок из рук, плечи вверх не поднимаем. Делаем вдох с выдохом наклон вправо, взгляд из-под левой подмышки вверх, левый бок потянем, правый шаг. И правую руку ставим на ковер, на пол и отходим ей вправо, дальше, 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 вытягивая левый бок. И чтобы ягодица осталась на коврике, старайтесь внутрь не уходить. Раскрываем грудную клетку и живота по центру. Если комфортно, можно на плечи. Но главное, чтобы ягодица осталась на коврике. Не надо себя дотягивать. Если на ладони комфортно, тянется вдох. То оставим руку на ладони. Вдох. Аккуратненько возвращаемся. Делаем замок из рук, замок вверх и назад. И с выдохом наклон влево, взгляд из-под правой подмышки вверх. И левую руку ставим на ковер и аккуратно уходим влево, лево, влево. И свой вариант, главное, вовнутрь не падаем. Раскрываем грудную клетку, взгляд вверх. И вам должно быть комфортно, сильно не тяните себя, чтобы там ничего не зажимало. Вдох, поднимаемся, вверх, назад. И руки в сторону, сгибание, разгибание через запястья сустава. Фаланги пальцев прямые, расширяем пространство между пальцами. Руки сильные.
Небольшие пальцы кулаки вращаем кулаками вверх. Глаза можно закрыть и внимание закрыть. Тщательно сделаем повороты. В обратную сторону. Вращаем предплечье внутрь локтевых суставов. В обратную сторону. Хорошо. И меняем положение с этим суставом. На пятки, ноги на носочках. Если будет тяжело, переходите на подъем. Любая рука перед собой, пальцем вниз. Соответственно, другая сверху, крепкий замок с выдохом. Прямляем. Замок до конца мышки выпрямится. Вдох, вверх, назад. Выдох, вдох. И меняем руки. Противоположная рука, пальцы вниз, другая сверху, крепкий замок. Выдох, выпрямляем, вдох, вверх, назад. Хорошо, заканчиваем и переходим в кошку. Положение ладони под плечами, широкая постановка пальцев, рук, ноги, ширина таза. Вдох, прогиб взгляд вверх, выдох, округляем спину, подбородок груди. И снова вспоминаем дыхание ушая, вдох, кошка, прогиб, выдох, шипящий звук, округляем спину, подбородок груди. И следуем таким образом за дыханием, вдох, выдох. Руки, ноги у вас не двигаются, руки не сгибаются в локтях. Сначала начался вдох, пошло движение, потом начался выдох, пошло движение. Вздыхание первой стихии. Затем меняем связку. Вдох, также прогиб плеч от ушей слезли. Выдох, округляем спину, отталкиваемся от рук и собака морду вниз. Вдох, кошка, прогиб. Выдох, отталкиваемся от рук, собака морду вниз. И следом за дыханием. Вдох, выдох. Со следующим выдохом фиксируемся в атаку вишванасане. Отталкиваемся от рук, ноги, ширина таза. И пошагивание на месте. Одна нога согнута в колени носок, другая нога согнута в колени носок. Поочередно противоположные пятки все время стараемся достать до коврика, но стараемся тазом не вертеть влево-вправо. Хорошо, затем со вдохом аккуратненько подходим к началу коврика. Вытяжение, взгляд вперед, выдох, наклон животное бедро, шея, голова расслаблена. И со вдохом вслед за руками поднимаемся вверх, делаем замок из рук. Замок вверх-назад, плечи вверх не поднимаем, взгляд на одной точке, стопы вместе, пятки вместе по возможности, и поднимаемся на носки, и взгляд отводим вверх. Держим баланс. Наклон вправо. Вдох, центр, наклон влево. Вдох, центр. И с выдохом опускаем стопы. И параллельно до пола опускаем корпус. Руки, как представляете, плечевые суставы большими пальцами вверх. С выдохом согните ноги в колени. Захватите себя за колени, локтевой замок. Плечи уберите вверх под ушей. И шея, голова расслаблена. Не отрывая живота от бедер, стараемся выпрямлять ноги. И со вдохом ладони на ковер, вытяжение, взгляд вперед, нужно ноги подгибать, напрямая. С выдохом переходим в планку, четуранга можно с колен. Вдох, прогиб живот, ягодицы в тонусе. Выдох, собака, морду. Отталкиваемся от рук,
ноги шире над тазом. И поднимаем правую ногу сильно вверх, носок на себя, ходим на чашечку, подтянку, паза вверх. Левая рука на середину головки, ладони вверх, либо на пояснице. Держим баланс. Возвращаем ладони обратно, со вдохом планка, колени в груди, стены ножки. Выдох, выпрямляем ногу. Со вдохом колено к левому локтю. Выдох, выпрямляем ногу. Со вдохом правому. Выдох, выпрямляем ногу. Со вдохом стопа между ладони, задняя нога на носке. Поднимаемся вверх. Ноги сильные. И пружинистые движения таза вниз. Ноги на ширине таза. Колено подтянуто с одной ноги. Затем провисаем таз вниз. Колено на ковер. Длинный гибкостной шаг. Правая часть живота к бедру. Вдох с выдохом. Не отрывая живота от бедра. Взгляд на носок. Вдох уезжая вперед. Выдох, взгляд на носок. И следуем за дыханием. Вдох, выдох. За следующим вдохом без тела на руки. Задняя нога сильная. Переходим в планку. С выдохом четверанка. Прогиб, выдох, собака, морды вниз. Отталкиваемся от рук, ноги ширина таза. И левая нога сильно вверх, носок на себя, коленная чашечка потянута, таз закрыт. Правая рука на середину, коврика ладони вверх, либо на пояснице, держим баланс. Возвращаем ладони обратно, со вдохом планка, колено груди. Выдох, выпрямляем ногу. Со вдохом колено в правом локте. Выдох, выпрямляем. Со вдохом к левому. Выдох, выпрямляем. И со вдохом стопа между ладоней. Задняя нога на носке. Поднимаемся вверх. Ноги сильно разрывают ковер. И пружинистое движение таза вниз. Затем провисаем таз вниз. Ставим колено правой ноги на ковер. Левая часть живота к бедру, вдох. С выдохом я отрываю живота от бедра, взгляд на носок. Нога до конца может не выпрямиться, главное, живот не отрываем от бедра и в своей амплитуде, следуя за дыханием, уджаем, разогреваем постепенно задние поверхности левой ноги. И со следующим вдохом без тела на руки, задняя нога сильная, переходим в планку и в планку на предплечье. Можете сделать замок из рук, главное без вот таких вот прогибов поясницы, округляем поясницу, копчик себя, лобковая кость вперед и вверх, шея, голова, продолжение корпуса, разрываем карман. Если будет тяжело, поставили колени на ковер, будет легче, потом опять подняли, либо остались колени на ковре. Расслабляем лицо, дыхание держим. Хорошо, стопы вместе, колени вровь, живот копает между бедрами, лоб на ковер, руки вперед, либо назад уберите, чтобы расслабились плечи, и подышите, расслабьтесь, положение, в котором вам комфортно. Хорошо, аккуратненько приподнимаемся. Переходим собаку морду вниз, повытягивайте спину, попровисайте в плечах, попереминайтесь на динамику, поболтайте шею, головой, влево, вправо, расслабьтесь, как вам хочется, подвигайтесь, как подсказывает тело. И со вдохом аккуратненько подходим к началу, вытяжение взгляд вперед.
книга знаком животное бедра. И со вдохом вслед за руками поднимаемся вверх, взгляд на ладони. Выдох руки через сторону вниз. Угу. Хорошо, плечевой пояс. Ноги ширина таза, колени немножко подтянуты, копчик себя, лобковый кость вперед вверх. Большие пальцы в кулаке и вращаем сильными руками вперед. Руки сильные. В обратную сторону. Левая рука сверху, правая снизу, одна вперед, другая назад. Правая сверху, левая снизу, одна вперед, другая назад. Хорошо, убираем напряжение с рук. Правая нога опорная, левая нога в колени, носок на себя и вращаем тазобедренный сустав наружу. Взгляд на одной точке. Внутрь. Нога на подъем за спину, перекат через большой палец по кругу, предплечье вместе и замком в любую сторону. Большой палец себе, 4 от себя, 4 к себе, большой от себя. Динамики. Перекаты вперед-назад. Левая нога опорная, руки на талии, правая нога согнута в колени вверх. И вращаем тазобедренный сустав наружу. Внутрь. Нога на подъем за спину. И перекат через большой палец по кругу. Предплечье вместе, замком в другую сторону. Большой палец себе, 4 от себя. Динамики. 4 себе, большой от себя. Как получается? Перекаты вперед-назад. Поставьте ноги на ширине таза, стопы параллельно. Сядьте на корточки, пальцами вниз на колени. И вращаем коленными суставами наружу. И перекатывайте с нижней на внутреннее ребро стопы. То есть ноги не зафиксированы. Как не боляшки. Внутрь. Хорошо, приподнимаемся. Руки на талии и вращаем таз на другую сторону. Комфортное движение. Часовой пояс. Ой, по часовой стрелке можем. Затем в другую сторону. Хорошо, затем можно сбросить с тела какие-то, может быть, вещи, которые накопились. И мы с вами прошлись по всем суставам. Сейчас у нас сурья-намаскар. Ставим начало коврика. Стопы вместе. Приподнимите пальцы, но разложите как веером к ковру. Включите подвижность в передней части бедра. Вы подтягиваете, у вас сразу коленные чашечки подтягиваются. И немножко бедра внутрь. Копчик себя, лобковый кость вперед и вверх. Живот вводится в тонус. Плечи вперед и вверх, назад и вниз. Сильные лопатки, сильные руки. Чуть дальше бедер и расширяем пространство между пальцами. Нет никаких слабых подушек. Макушка тянется вверх, подбородок слегка к себе. Закрываем глаза, расслабляем веки, глаз, лоб, лицо. И проходим за вниманием по своему телу. От кончиков пальцев ног до макушки, от макушки до кончиков пальцев ног, туда-сюда, проводить внимание. Выровняйте ощущения, поза называется тадасана, поза горы, и не должно быть никаких перенапряженных либо мягких участков тела. Выравнивайте ощущения. Затем внимание к гортани и начинайте дышать дыханием ужая. Шипящий звук на вдохе, на выдохе образуется.
проговорите намерение для практики. Может быть, у вас есть какое-то свое намерение, какая-то цель, чему вы хотите посвятить усилия данной практики. И мы можем вспомнить, что так же, как и мы, все живые существа от букашки до, не знаю, до самого состоятельного человека в мире мечтают только об одном счастье, стремятся к счастью и стараются избегать страданий. То есть в этом мы все одинаковые. И мы практикуем для того, чтобы наше тело было здоровым, чтобы ум был спокойным, чтобы посредством здорового тела и спокойного ума приносить благо не только себе на пути, но и всем встречающимся живым существам. С этим намерением делаем вдох, выдох. И со следующим вдохом открываем глаза, плечи в стороны вверх, Урхасана, взгляд на ладони без прогиба в пояснице. Выдох, наклон животное бедра, ноги подгибаем. Вдох, потяжение, взгляд вперед, также ноги можно отставить подсогнутыми. Выдох, планка, чатуранга. Вдох, Урхасана. И выдох, собака, морды вниз. Ноги шли на таз, отталкиваемся от рук, плечи от ушей, дышим. Лицо расслаблено. Дыхание ужаем. Два. Плечи вращаем наружу и от ушей убираем. Руки, спина, одна линия. Три. Проверьте, что ноги шли на таз. Четыре. Седалищные кости все время вверх. И шею, голову расслабьте. Пять. Со вдохом аккуратненько подходим. Начало кубика, потяжение, взгляд вперед. Выдох. Наклон животное бедра. И со вдохом вслед за руками поднимаемся вверх. Взгляд на ладони, без прогиба в пояснице. Выдох. Руки через сторону вниз. Намасте перед грудью. Второй раз. Вдох. Урхасана. Выдох. Наклон животное бедра. Вдох. Потяжение. Выдох, планка, чатуранга. Вдох, прогиб. Выдох, собака, морда вниз. Дышим. Отталкиваемся от рук. Седалищные кости вверх, как будто вас за ним тянут куда-то высоко. Икры назад, пятки к ковру. Расслабляем шею, голову, лицо. Два. Дыхание уджая, шипящий звук. Углубляем вдохи-выдохи. Три. Четыре. Пять. Со вдохом аккуратненько подходим к началу кубика, вытяжение взгляд вперед. Выдох. Наклон животное бедра. Вдох, Утхатасана, Утхатасана, руки вверх, взгляд на ладони. Выдох, руки через стороны вниз, намасте переходим. И Сурья Намаскар бит. Вдох, Утхатасана, как будто сели на стул, руки вверх. Угу. Выдох, наклон животное бедра. Вдох, вытяжение и с выдохом планка чатуранга. Вдох, прогиб и выдох, собака, морда вниз. Со вдохом правой стопа между ладонями получается в одно движение. Ставим рукой, помогаем, левой 45 градусов, поднимаемся вверх. Угу. Выдох, планка, чатуранга. Вдох, прогиб. Выдох, собака, морда вниз. Вдох, левая стопа между ладонями, правой 45 градусов, через сторону вверх, взгляд на ладони. Выдох. Планка, чатуранга. Вдох, прогиб. Выдох. Устанавливаем дыхание, расслабляемся, собаки морды вниз. Если устаем, поза ребенка. Отстроили 4 точки опоры. Широкая постановка пальцев рук, отталкиваемся от больших подушечек под большими пальцами. И плечи от ушей, шея, голова расслаблены. Седалищные кости вверх, икры назад, пятки к ковру. Два. Три. Четыре.
5. С воздухом аккуратненько подходим к началу. Движение вперед. Выдох. Наклон живот на бедра, шея, голова расслаблена. Вдох. Катасана. Выдох. Руки через сторону вниз. Намасте перед грудью. И второй раз. Мы после веры 1 добавим веру 2 и асачандасана. То есть виньяси будем это делать. Добавим еще две позы. Одна правая, на левую сторону, соответственно. Вдох. Катасана. Выдох. Наклон живот на бедра. Вдох. Вытяжение след вперед. Выдох. Планка чатуранга. Вдох. Прогиб. Выдох. Собака морды вниз. И со вдохом правая стопа между ладоней, левая 45 градусов. Поднимаемся вверх. Вверх один. Ногами взрываем ковер, живот подтянут. Делаем вдох, с выдохом берем квадрасана 2. Разворачиваемся параллельно длинной стороне ковра, взгляд на средний палец подлинной руки. Со вдохом закрываем таз, с выдохом я сделаю на правую ногу, правая стопа еще смотрит вперед. Можно взять кирпичик, правая ладонь под правым плечевым суставом, левая нога вверх, левая рука вверх, архачандрасана. Взгляд перед собой. Хорошо. Закрываем таз. Левая нога назад, правая нога согнута в колени, весь тело на руки. Правая нога назад, планка. С выдохом штанга. Вдох, прогиб. Выдох. Собака мордой вниз. И со вдохом левая стопа между ладоней. Правая 45 градусов. Можем помогать себе рукой. Поднимаемся вверх, ноги сильные, разрываем ковер. Живот подтянут. Руки вниз. Плечи вниз. Делаем вдох, с выдохом разворачиваемся параллельно длинной стороне ковра. Взгляд на средний палец передней руки. Со вдохом закрываем таз, без тела на левую ногу. Архачандасана. Левая ладонь под левым плечевым суставом. Правая рука вверх. Правая нога вверх. Бедро вращается наружу, носок на себя. Проверяем, что стопа опорена и четко смотрит вперед. Закрываем таз, ладони на ковер. Правая нога назад, левая нога согнута в колени. Левая нога назад, планка. С выдохом чатуранга. Вдох, прогиб, выдох, расслабляемся в Адха Мукха Шванасана, либо в позе ребенка дышим. Три. Углубляем вдохи, выдохи, лицо расслаблено, задняя поверхность ног работает. Четыре. Пять. Со вдохом аккуратненько подходим к началу коврика. Вытяжение, взгляд вперед. Выдох. Наклон животного бедра. Вдох. Ноги согнуты в коленях. Руки вверх. Выдох. Руки через сторону вниз. Намасте. Закрываем глаза. Отпускаем дыхание. Дыхание естественное, как мы не управляем, расслабляем лицо, дышим. Хорошо. Открываем глаза. Широкая постановка пальцев ног, исходное положение Паддасана. Руки на талии, правая нога согнута в колени вверх, бедро вращается наружу и правая стопа изнутри левого бедра. Руки намасте перед грудью, взгляд на одну точку. Если чувствуем, что нам комфортно, то мы поднимаем руки вверх, не поднимая плечи, выпрямляя в локтях. Если чувствуем, что и это комфортно, то взгляд вверх. Где-то останавливаемся, достаточно ладони перед грудью, если чувствуете, что пока нет равновесия. И дышим дыханием уже. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Аккуратненько выходим.
И поработаем над балансом, над своим умом. Правую стопу ставим перед левой пяткой. Ой, правую пятку перед левой ногой. Кончики пальцев левой ноги касаются правой пятки. Помним, что ноги должны быть ровно на одной линии. Руки намасте перед грудью. И закрываем глаза. Если чувствуем, что нам легко балансировать, поднимаем руки вверх. Если так легко, то и подбородок вверх. То есть лодыжка идет сопротивлением. Если наоборот сложно, то подбородок груди. Если будете падать, ничего страшного, открываем глаза, выходим в обратное положение. Главное не подсматриваться и просто делайте для себя, проверяйте, каково оно сейчас просто. Лицо расслаблено. Хорошо, аккуратненько выходим. Берите напряжение с ног. Стопы вместе, широкая постановка пальцев, ног, руки на талию. На вдохе левая нога согнута в колени вверх, бедро вращается наружу. И левая стопа изнутри правой бедра. Руки намасте перед грудью. Живот потянут, плечи вниз. Дыхание уезжаем. Повторите свой вариант. Либо руки вверх, либо взгляд уже вверх. И держим фиксация. 5 вдохов, выдохов. 2. Удлиняем вдох, выдох, лицо расслаблено, тело собрано. 3. Четыре. Пять. Хорошо. Аккуратненько опускаем левую ногу перед правой. Пятка левой ноги касается кончиков пальцев. Правые ноги. Руки намасте перед грудью. Приготовились и закрываем глаза. Если легко, руки вверх. Если не так легко, голову назад. Если наоборот сложно, оставляем руки намасте перед грудью и подбородок к груди. Дышим. И серьезно к этому не относитесь, лицо расслаблено. Хорошо, аккуратненько выходим, убираем напряжение с ног. И исходное положение, ноги ширина таза, стопы параллельно. Делаем вдох с выдохом, наклон живот на бедра, ноги можно подсогнуть в колени, подгибаем. Захват за большие пальцы, кольцевой захват тремя пальцами, локти влево вправо. Плечи от ушей, вдох, смотрим вперед, с выдохом, ослабляем шею, голову. И не отрывая живота от бедра, стараемся выпрямлять ноги. Плечи вверх, шея, голова расслаблена, локти влево вправо, седалищные кости вверх, стопы давят на ковер. Квадрат вытяжения, дышим, дыхание уезжаем, без напряжения в лице. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Смотрим вперед. Ладони под стопы. Падах остался на ладонями вверх. И с выдохом расслабляем шею, голову. И также не отрывая живота от бедер, стараемся выпрямлять ноги. Дышим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Смотрим вперед. Ладонями на ковер. Широкая постановка пальцев. Сгибаем руки в локтях. Колени в подмышке. Чуть-чуть выводим взгляд вперед. Вес тела на руки. И пробуем балансировать. По одной ноге поднимать. И до пресса. Можно попробовать выход с кирпичика, либо что-нибудь поставить под стопы, раз поднимется выше, нам будет легче делать. Также руки скипаем в локтях, колени немножко поднимают вперед. Взгляд вперед, не смотрим под нос, а именно взгляд вперед. Чуть-чуть вперед и запрокидываем голову. И пробуем также по одной ноге поднимать, либо две сразу, прям ягодицы. Также еще можно попробовать кирпичик поставить под лоб, уже почувствовать этот баланс.
и так вот поработать. И так тоже пробовать поднимать. И две сразу с кирпичиками можно попробовать. Хорошо. И компенсируем запястье, таз на пятки, ладони вверх. Накатываем запястные суставы. И большие пальцы кулаки вращаем кулаками внутрь, играем движение. В другую сторону. И плечи вместе, замком в любую сторону. В другую. Хорошо, переходим в кошку. Ноги ширина таза, бедра вперед не уходят. Руками уходим вперед. И захват делаем за край ковра. Можно сделать так, будет удобнее. И вытягиваем спину. Если грудная клетка не ложится на ковер, рот на ковер. Если ложится, то грудь и подбородок на ковер. Вам должно быть комфортно. Не делайте зажимов лишних. Хорошо. Аккуратненько поднимаемся, ладони под плечи, округляем спину, подбородок груди. Здесь нет несколько движений справа налево или слева направо. В другую сторону. Хорошо. И теперь кошка, которая пролазит под забором. Ладони также остаются у вас под плечами, только отводите их в сторону дальше ковра. Дальше таз опускаем на ковер. Смотрите, не опускайте предплечья на ковер, чуть-чуть они приподняты. И на вдохе как можно ниже мы пролазим грудной клеткой. Смотрите, только плечи не наваливайте к ушам, не зажимайте плечевой пояс. Пролазим как можно ниже подбородок, когда на уровне ладоней. Отталкиваемся, поднимаемся вверх, округляем спину, подбородок груди, затем отталкиваемся от рук и тягиваем спину, возвращаем таз на пятки, на вдохе. Также пролазим вниз, за плечевым поясом следим, чтобы плечи не наваливались к ушам. Дошли подбородком до ладони, округляем спину, подбородок груди, отталкиваемся от рук и тягиваем спину, таз на пятки. Вдох, выдох. Сделайте еще два раза. Не-не-не-не, Вера. Нет, смотри. То есть ты дошла до рук, не надо там вот куда-то туда ползти. Подошла до рук подбородком, а ты поднимаешься вверх, округляешься за спину, подбородок груди, подталкиваешься, а вдруг возвращаешься таз на пятки. Резко не делай, вдох-выдох. Лучше, да, вдох-выдох. И плечами поменьше к ушам. Плечи, наоборот, от ушей, не зажимай. Прям почувствуй себя кошечкой, которая полазит с забором. Хорошо, компенсируем с ладонью ладонь, ног на ладони. Выдыхаем движение. Хорошо, приподнимаемся. Отталкиваемся от рук, переходим в собаку мордой вниз. И в собаке мордой вниз поднимаем правую ногу вверх, сгибаем колени и правая пятка к левому плечу, взгляд из-под правой подмышки вверх. Держим. Если делаем захват, то правой рукой подходим чуть ближе к ковру на ковре и левую руку поднимаем вверх, ищем свою правую ногу и делаем захват. Пробуем балансировать. Либо вариант А. Правая пятка к левому плечу, взгляд из-под правой подмышки вверх. И со вдохом правая стопа между ладоней, левая 45 градусов. Поднимаемся вверх, делаем замок из рук, замок вверх и назад. Держим. Угу.
Ноги сильно разрывают ковер, плечи вверх не идут. Три. Четыре. Пять. Делаем вдох с выдохом. Бира. Два. Параллельно длинной стороне ковра разворачиваемся. Взгляд на средний палец передней руки. Раз. Как будто сзади вас стена. Два. Вот-вот к ней прислонились прям. Три. Два. Четыре. Пять. Хорошо. Выпрямляем переднюю ногу. Левой ногой чуть-чуть подходим ближе. Пятки должны быть на одной линии. Триконасаны. Бедра вращаются наружу. Пятки на одной линии. Задняя нога под 45 градусов. Руки в стороны. Взгляд на передний палец правой руки передней. На средний палец передней руки. Делаем вдох и с выдохом рукой тянемся вперед, как будто зачем-то. Не зажимайте нижний бок. И правая рука останавливается либо на голени, левая рука вверх, вытягиваем нижний и верхний бок. Затем левая рука внизу, захват либо ставится на пояснице, либо захват за внутреннюю сторону правого бедра. В полном варианте захват за правой рукой, за большой палец правой ноги. Либо рука остается здесь. Дышим. Два. Три. Четыре. Обе ноги прямые в коленях, бедра вращаются на пять. Хорошо, закрываем таз. Ладони на ковер, посадите опорную ногу, правую ногу в колени. И правая часть живота на бедро. И с выдохом, не отрывая живота от бедра, стараемся выпрямлять ногу, взгляд на кончики пальцев правой ноги. Если комфортно, все делаем замок из рук за спиной. Два. Либо оставляем руки внизу, даже кирпичики можно взять. Нога может остаться подсунутой. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Провисаем тазом вниз, правая часть живота на бедре. Несколько движений сгибания. Играем напряжение с правой ноги. Хорошо. Руки изнутри. Можно правую ногу подвинуть чуть-чуть правее. И провисаем тазом ниже. Либо уходим на предплечье кулак на кулак, либо берем что-нибудь под предплечье, если вам пока тело не позволяет опускаться, дышим. Можно кулак на кулак, лоб на кулаки, чтобы расслабилась шея. Хорошо, аккуратненько приподнимаемся и выносим левую ногу вперед. Выносим левую ногу вперед и теперь садимся в такое положение, что ноги согнуты в коленях у нас и чуть-чуть шире, расставлены не на уровне таза, а широко, ноги согнуты в коленях. Руки за спиной, спина прямая. И теперь работаем немножечко на тазобедренный сустав. Такое упражнение. Опускаем ноги влево, потом опускаем ноги вправо. Стараемся, чтобы был везде угол 90 градусов. Если легко, то делаем без рук. Если нет, то руки помогают. Аккуратненько, плавно делаем себе поворот тазобедренного сустава. Если легко, то, соответственно, без рук сможем контролировать спину. Так, меня плохо видно, может, что 90 градусов. Хорошо. Плавно заканчиваем. Стопы вместе, колени врозь, руки за спиной, приподнимаем таз и скользим с дачными костями вперед.
руки за спиной, несколько движений динамично, колени вниз и назад. И скрутка, отталкиваемся от левого бедра, бедро вращаем наружу, скрутка вправо, бля, за правое плечо, обе ноги стремятся вниз и назад. Отталкиваемся от правого бедра, скрутка влево. Хорошо, аккуратненько выходим. Либо руки оставляем со спиной, стараемся бедра вниз и назад раскрывать и колени вниз и назад. Либо, если мы сидим с прямой спиной, нам комфортно, большие пальцы изнутри, остальные снаружи, локтями помогаем, упираемся в бедра. И стараемся уйти в наклон с прямой спиной. Дышим. Старайтесь не наваливаться плечами к ушам. Расслабляйте вот эту вот зону. Следите за ней. Дышите, лицо расслаблено. Старайтесь стопы еще вращать наружу. Это придаст нам какое-то движение на самом деле. Хорошо, с одной поднимаемся, собираем ноги вместе, обнимаем себя под бедрами, подбородок можно на колени, если получается, и сильно-сильно прижимаем бедра друг к другу. Можно как можно ближе к себе. Хорошо, ложимся на спину, мы потом сделаем на вторую сторону позы стоя. Сейчас пока ложимся на спину и просто компенсируемся. Правое бедро поверх левого. Либо сразу просто обнимаем себя за колени и бедра к животу, либо, если получается, как грудасы делаем. Просто расслабляемся, лежим. Продышиваем, если чувствуем, что бедра сразу тянется, там тянется. Если особенно полную вот сделали, как грудасы захват ног. Меняем теперь левая нога поверх правой. Либо просто прижимаем к себе бедра, если получается, как грудастые ноги. Хорошо, аккуратненько выходим, просто бедра широко. Делаем вдох и лёгким кувырком стараемся перейти вперед. Вместил нарки, с выдохом планка четвёрка, вдох, прогиб, выдох, собака, ноги вниз. Отталкиваемся от рук, ноги, ширина таза. Поднимаем левую ногу, согнутую в колени вверх. Левая пятка к правому плечу, взгляд из-под левой подмышки вверх. Остаемся так. Либо закрываем таз, левой рукой подходим чуть ближе, правой рукой ищем свою левую ногу и стараемся сделать захват. Какой-то из вариантов. Вариант А. Взгляд из-под левой подмышки. Можно пропускать, да, если не делаете. И со вдохом левая стопа между ладоней. В одно движение либо помогаем себе рукой. Сделаю на эту сторону правой 45 градусов. Поднимаемся вверх. Ноги сильные. Разрывает кавер. Руки через стороны вверх. Делаем замок из рук. Замок вверх и назад. Дышим. Колено переднее, ноги над пяткой. Задняя нога прямая в колени. Два. Плечи вниз, руки сильные, лицо расслаблено. Три. Четыре. Пять. Делаем вдох с выдохом. Беру квадрат на два. Раскрываемся параллельно длинной стороне ковра. Взгляд на средний палец передней руки. Держим. Раз. Два. Три. Четыре.
5. Выпрямляем переднюю ногу в колени. Правой ногой чуть-чуть ближе делаем шаг. И проверяем, что у нас пятки на одной линии. Задняя нога под 45 градусов. Угу. Ноги прямые в коленях. Руки в стороны. Взгляд на передний палец левой руки. На средний палец левой руки делаем вдох. И с выдохом уходим вперед и вниз. Левая рука где-то остается на голени. Правая рука вверх. Раскрываем левый бок, удлиняем правый бок вверх. И правая рука либо вдоль поясницы за спиной, либо захват за левое бедро изнутри. Дышим. Два. Три. Две ноги прямо в колени. Четыре. Пять. Молодцы. Закрываем таз. Левая, можно правую ногу чуть-чуть правее поставить. Левая часть живота на левое бедро. Ногу можно согнуть в колени. И с выдохом, не отрывая живота от бедра, стараемся выпрямлять ногу. Руки можно оставить на ковре. Если все комфортно, замок из рук. Взгляд на пальцы левой ноги. Дышим. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Ладони на ковер. Сгибаем левую ногу в колени. Правое колено на ковер. И несколько движений. Сгибание, разгибание. Драйвное движение с левой ноги. Затем провисаем тазом вниз. Руки изнутри. А левую ногу можно чуть левее поставить. И повторяем свой вариант. Либо на предплечье. Либо берем что-то под предплечье, например, кирпичик. Можно кулак на кулак, лоб на кулаки. Дышим. Расслабляйте лицо, дыхание. Дыхание вам помогает. Хорошо, со вдохом приподнимаемся. Правую ногу аккуратненько проносим вперед. И оказываемся на седающих костях. И также ноги ставим в стороны. Сейчас я чуть-чуть наклоню камеру, чтобы было комфортно. Угу. Вот, да. Ноги ставим в стороны, руки за спиной, и те же движения. Бедра вправо, бедра влево. Движение комфортное. Просто получается то, соответственно, без рук. Угу. Хорошо. Заканчиваем. Приподнимаем таз, стащиваем с костями, скользим вперед и на разводим ноги в стороны. Повешь в канасу, поза угла, прямого угла, натяжение угла. Также можно опять убрать седалищные ягодицы назад. Стопы на себя, колено чашечки подтянуты, бедра вращаются наружу. Плечи вперед, вверх, назад, вниз. Если мы сидим с прямой спиной, руки можно поставить вперед и с прямой спиной поход свой наклон уходим. И дышим. Если нам вообще дискомфортно, можно подсогнуть ноги в колени, уходить в таком положении, либо даже помогать отталкиваться от стены, либо под таз, чтобы положить. Да, Вера, отлично. Угу. И дышим. Стопы на себя. Бедра обращаем на руки. Повыше только нас. То есть еще раз, да, наклон у нас не за счет спины, спина вообще прямая, ничего не происходит, а за счет этого проворота за бедренным суставом, который нам и дает все наклоны. Ну и еще плюс задняя поверхность ног мешает. Здесь задняя поверхность ног не задействована.
Упалишьте танасами, сейчас задняя поверхность ног нам нужна. А здесь мы ноги развели в сторону, и здесь нам только вот получается вот это вот движение за бедный сустав. Дыши. Лицо расслаблено, помогаемся, отдыхаем. Хорошо, аккуратненько приподнимаемся. Правая рука либо захват за правую ногу, либо изнутри правой ноги, левая рука вверх. И удлиняем левый бок. Если получается, то захват за правую ногу. В каком своем варианте? Либо даже правая рука может остаться на ладони, и тягиваем левый бок. То есть тянемся к правой ноге, но, как всегда, не закрываем внутрь плечо, наоборот, наружу. На вдох приподнимаемся. И еще раз наклон вперед. Своим ритмом. Хорошо, приподнимаемся. Левая рука. Либо изнутри на ладонь, либо захват за левую ногу. Поднимаем правую руку и на выдохе свой наклон, взгляд вверх. Смотрите, не надо наваливаться вот так вот, да? И наоборот, раскрываемся, мы тянем бок, вытягиваем правый бок. Ну и стараемся, конечно, еще ягодицы не поднимать. Со вдохом выходим и опять компенсируемся по центру в своем варианте. Хорошо, молодцы, приподнимаемся и собираем аккуратненько ноги друг к другу, обнимаем себя под бедрами. Приближаем бедра сильно друг к другу, внутренняя работа. И с кротком матсиндрасами. Вариант А. Левая нога прямая, правая пятка снаружи левой колена, спина прямая. Либо левая пятка ближе к правой ягодице. Главное, чтобы спина была прямая. Свой вариант выберите. Со вдохом левая рука вперед, правая за спину. И с выдохом левый локоть за правое колено, взгляд за правое плечо. Либо можно левой рукой обнять себя за колено. Спина прямая. Смотри, Гера, если рука не получается за колено, можно вот так вот себя обнять. Так вот просто обнять, как плечо. И взгляд за правое плечо, дышим жестко. Ручное дыхание. Помню, что здесь, если вы хотите силовое, всегда можно сделать еще баланс, да, вашего бокасана, либо привлечь какой-нибудь нясану. На всякий случай, если будете дома практиковать, всегда можно выйти здесь баланс и добавить что-нибудь силового. Либо остаться. Хорошо, аккуратненько выходим. Выпрямляем ноги, убираем напряжение с ног. И в другую сторону левая пятка снаружи правого колена остаемся так, либо правая пятка снаружи левой ягодицы у нас. Главное, спина прямая, чтобы мы сидели на седалищных костях. И со вдохом правая рука вперед, левая за спину. И с выдохом правый локоть за левое колено, взгляд за левое плечо. Либо правой рукой обнимаем себя за колено, вытягиваем спину, животом дышим. Взгляд влево.
Также, если что, можно здесь выйти в баланс. Хорошо, молодцы, аккуратненько выходим. И последние виньясаны сегодня сделаем, и все, будем уже приходить к перевернутым. Планка с выдохом чатуранга, вдох прогиб, выдох собака мордой вниз. Попереминайте с ноги на ногу, повытягивайте спину, плечи от ушей. И со вдохом взгляд между ладони, пробуем принести ноги, либо аккуратненько сесть. Правая стопа к левой, ладони левая к правой. Садимся, можно просто аккуратно сесть, положимся на спину. Обнимаем себя за голень, бедра к животу. И затем либо ремешок на стопы, либо захват за большие пальцы стоп. Крестец и копчик должны остаться на ковре. Вам должно быть комфортно. Обязательно ноги прямые в колени. Ремешок ближе к плюсням. И стопы на себя. И захватывай за ремешок не с согнутыми локтями, а с прямыми руками, чтобы меньше было напряжения. Дышим. Лицо закрыто. Расслабьте глаза. Закройте лицо. Расслабьте. Руками уже. Отпускаем захват, обнимаем себя за голень и бедра к животу. Вы можете несколько движений сделать по кругу на крестце. То есть аккуратненькие движения на крестце. Бедра также остаются к животу приклеены и движения на крестце. Затем легкие скрутки. Смотрите, какой вариант мы будем делать. Руки влево-вправо в стороны, бедра приклеены к животу. И на колени вправо, но бедра остаются приклеены к животу. Вдох, центр. Потом колени влево, бедра приклеены к животу. То есть тут скрутки небольшие. Не опустить ноги, потому что тогда бедра отклеятся от живота. Наша задача вообще такие маленькие движения. Живот подтянут, бедра к животу. Хорошо, потом зафиксируйтесь опять, обнимите себя за голень и бедра к животу остается. И поставьте ноги согнутые в коленях на ковер. И приподнимите грудную клетку, руки, взгляд на пупок. И сильно-сильно, как будто стараемся сложиться посередине живота. Если дискомфортно, сделайте замок из рук. Включайте прямую мышцу живота. Держим. Как будто пытаемся сложиться. Можно сделать замок. Если легко, поднимаем ноги, опускаем. Альфа-навасана. Либо оставляем ноги согнутыми. 3, 4, 5. Стопы вместе, колени врозь, руки за голову. Закройте глаза, сделайте вдох через нос и выдох через рот. Несколько вдохов, выдохов в животе. Дышите дыханием. И теперь обычные скрутки перед перевернутым блоком. А, мы еще забыли сделать прогиб. Ноги согнуты в коленях, пятки как можно ближе к ягодицам. Ладони, руки вдоль корпуса. Если получается, руками можно захват за щиколотки сделать, либо вдоль корпуса. И затем приподнимаем таз, поясницу, грудной отдел. Одну лопатку ближе к центру, вторую лопатку ближе к центру. Делаем замок из рук. Живот подтянут, копчик, лопатку вперед и вверх. Вес тела вперед, таз вверх и вперед. И сделаем полный мост. Ладони под плечами, пальцами вперед. И выходим в полный мост. Но стараемся ничего не терпеть поясницы, если что, стоим на носочку. Делаем слово.
Хорошо, с выдохом опускаем позвонок за позвонком, компенсируем себя к половым тазом. Обнимаем себя за голени. Можно лоб колени к колени к лбу, можно покачаться вперед-назад, влево-вправо, можно побыть в статике, можно даже не поднимать голову, можно даже мягко покачаться на крестце, как мы сейчас делали. Затем аккуратненько заканчивайте, если не заканчивайте, аккуратно опускайте голову, ноги в стороны, а чуть дальше кобра, руки в стороны, колени в одну сторону, взгляд противоположный, колени в другую сторону, взгляд противоположный. И делаем перевернутый блок, сарвангасана, халасана, кармикидасана. Если нет противопоказаний, напомню, поза свечки, у нас противопоказания, крыша протрузии шейного отдела, глаукома, гиперфункция щитовидки, если были травмы шейного отдела, тогда берем кирпичик под крестец, приподнимаем таз и ноги вверх. И это делаем сарвангасану. Где сделан плечевой пояс. Держим. Если делаем сарвангасану, можно поработать там с ногами, с стопами. Можно ноги в стороны развести. Потом халасану и кармикидасану. И держим кирпичик под крестом. Также можно поработать с ногами. В полном варианте, на всякий случай покажу. Я сделала на плечевой пояс. Шея не касается ковра. И отстраиваем вертикаль. После сарвангасаны переходим к халасану. После халасаны кармикидасана. Затем аккуратненько выходим. Захватив себя за большие пальцы. Аккуратненько выходим, так чтобы голова у нас и шея остались на ковре. Опускаем ноги дальше, либо прессом. Либо согнутые ноги в колени пропускаем. Хорошо. И компенсируемся. Вот сейчас ладони под ягодицы, ладонями вверх. Создаем грудной прогиб. Стопы на себя. Затем мы его уменьшаем. Скользим вперед, уменьшая прогиб. И затылок обязательно касается ковра. Голова не висит на шейном отделе. Затем аккуратненько выходим. Сгибаем ноги в коленях, делаем замок из рук, приподнимаем голову, затылок, замок из рук, подбородок себе, влево-вправо. Через любой бок переходим в положение сидя и делаем сначала дельфина, либо можно сразу, если делаете что-то в стеночке, делать в стеночке. Либо дельфина, подготовка к силовым перевернутым позом, шершасаны. Напомню, как делается. Отмеряем длину предплечья, большие пальцы кулаки, либо обнимаем себя за плечи. Делаем равновидный треугольник. Переплечиваем пальцы, приподнимаем таз, как собаки, морды вниз. И лоб изнутри ставим, затем подбородок снаружи. Лоб изнутри, подбородок снаружи. Хотя бы пару раз. Затем расслабляемся. Либо отжимаемся. Тоже супер идея. Классно. Либо также можно пробовать пинченную расу. Отмеряем длину предплечий. И предплечья параллельно. Ладони не должны съезжаться. И также пробуем по одной ноге поднимать вверх. Попроще вариант с тазом уходим к стене. Также предплечья параллельно и пробуем отталкиваться, например, от стены. Отталкиваясь от предплечья вверх, вверх, вверх. Можно также потом по одной ноге поднимать. Либо так стоять. И затем обязательно компенсируемся. Также можно подбородок выйти. Несколько движений, вверх-вправо. Хорошо, молодцы. Когда доделали свой перевернутый блок, у нас с вами шавасана. Сейчас задача лечь как можно удобнее, комфортнее. Приготовьтесь себе шавасаны. Может, у вас есть специальные на глаза повязочка.
Выключите свет. Шавасана. Ложимся удобно, комфортно. Руки, ноги смотрят в стороны. Подмышечные впадины раскрыты. Так, прежде чем мы перейдем с вами к практике расслабления, к самой шавасане, мы с вами сделаем 3 вдоха через нос и 3 выдоха через рот, чтобы выдохнуть напряжение. Выдыхайте не только напряжение из тела, но и какое-то эмоциональное напряжение, какие-то ментальные блоки, о которых вы, может быть, даже не подозреваете. То есть ваша задача просто как можно глубже выдохнуть, и лучше даже пойдет шавасана. Мы делаем вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. Отпускаем дыхание. Дыхание автономно, никак мы не управляем. И позволяем себе дышать естественно, как хочется телу. И самое главное, позволяем себе расслабиться настолько глубоко, насколько это возможно здесь и сейчас. А может быть, еще даже глубже. Сейчас почувствуйте вес своего тела. Расслабьте тело. Расслабьте мышцы, суставы, кости, связки. Тело как будто проваливается куда-то вниз. Еще раз пройдитесь по своему телу вниманием. Расслабьте ягодицы, бедра, живот, спину, руки. Прям расслабьте. С каждым выдохом тело как будто стекает. И почувствуйте, как пола касаются пятки, икры, бедра, ягодицы, кисти рук, предплечья, плечи, спина и затылок. Почувствуйте касание тела с полом целиком. Расслабьте свое лицо, расслабьте лоб, точку между брови, расслабьте веки, глаз, глаза как будто впадают в глазные впадины. Нижняя челюсть расслаблена, слегка свисает, а язык касается верхнего неба. Я буду называть часть тела. Вы мысленно проговариваете название вслед за мной, расслабляя лишь ментально силы мысли, без какого-либо физического движения. Правая стопа, промежность. Левая стопа, промежность. Правая голень, копчик. Левая голень, копчик, правое бедро, крестец, левое бедро, крестец, правая сторона таза, пупок, левая сторона таза, пупок. Правая сторона живота, солнечное сплетение. Левая сторона живота, солнечное сплетение. Правая сторона грудной клетки, грудина. Левая сторона грудной клетки, грудина. Правая кисть, горло. Левая кисть, горло, правое плечо, кончик носа, левое плечо, кончик носа, правая сторона шеи,
Между бровями. Левая сторона шеи. Между бровями. Правая сторона головы. Макушка. Левая сторона головы. Макушка. Все тело целиком в полном спокойствии и расслаблении. Направьте ваше внимание на пространство перед вашими закрытыми глазами. Сматривайте с него пристально, но без передвижения. Если будут появляться мысли, фантазии, картинки, позвольте им быть, но оставайтесь бдительным свидетелем происходящего. Не вовлекайтесь. Шавасана. Отдыхаем.
Мягко возвращаемся к ощущениям внутри своего тела. Шевелим пальцами рук, ног. Делаем глубокий вдох, выдох. Со следующим вдохом тянемся руками за голову, вытягиваем свое тело, стопы на себя, под себя. Вытягиваем себя влево, вправо. И ярким самовытяжением, как после хорошего сна. Сгибаем ноги в колени, поворачиваемся на любой удобный бок. Кладем руку под голову и лежим немножко на боку. И когда будем готовы, поднимаемся, усаживаемся в любую удобную позу с прямой спиной, с закрытыми глазами. Плечи вперед, вверх, назад и вниз, руки на мосты перед грудью. И по традиции, знак завершения практики йоги, пропою мантру ОМ на три звука. А, У, П. Три раза. Делаем глубокий вдох. Искренне благодарим себя за практику, за самодисциплину. Благодарим свое тело за все возможности, которые оно нам дает. Благодарим что-то высшее, во что верим, что складываются так обстоятельства. И финансово, и по здоровью, и по времени, что мы можем вообще идти по этому пути и практиковать. И плоды от практики мы посвящаем во благо всех живых существ. То есть абсолютно все живые существа, а мы входим в их число, обретут причины истинного счастья и будут счастливы. Наша практика закончилась. Всем спасибо.